Музыка, детские и взрослые конкурсы, дегустация домашних заготовок. Большой праздник в честь окончания ремонта двора на Ярославской 21 прошел накануне. Отметить долгожданное событие собрались почти 200 волокжан. Заодно обсудили и планы благоустройства территории. Подробности у Алены Закатаевой. Аниматор развлекает малышей. Игры, конкурсы, хороводы. Рядом художники рисуют аквагрим. Самые популярные темы – животные и мультгерои. Для взрослых своя программа. Кулинарный конкурс и дегустация домашних заготовок. Соленые огурцы и помидоры, томатный сок и даже маринованный лук. А еще яблоки и сливы – урожай этого года. В центре стола самовар, чаепитие с печеньем и баранками. А еще тематические эстафеты. В игровой форме жители дома вспоминают, как ремонтировался двор. Манка – это асфальта, бутылки с водой, катки. Мы отмечаем долгожданный ремонт нашего двора. 30 лет мы его ждали. В общем, очень долго, упорно готовили все документы, все нам обещали, сделать нам двор. Вот, наконец-то сделали. Этот двор один из самых активных в районе. Благодаря стараниям городских властей, местного ТОСа, управляющей компании, двор удалось включить в проект «Дружному дому. Уютный двор». Многое сделала для этого и ассоциация ТОСов города. Вместе контролировали ход работ. Когда дружный коллектив, совет дома есть, то, в принципе, очень много решается вопроса. Мы контролировали проведение работ, которые здесь проводились, непосредственно принимали участие в контроле сами жители, управляющая компания также непосредственно. Я хочу сказать, двор сделали на славу. Но дождавшись ремонта двора, волокжане не стали останавливаться и решили дальше благоустраивать территорию. Установлена новая контейнерная площадка, скоро начнется ремонт отмостки дома. А следующей весной активисты решили разбить новые клумбы и цветники. Помимо еще этого двора, у нас в этом году бывало еще 3 двора попали в программу. Но я думаю, что надо продолжать эти усилия и в следующем году, чтобы большее количество дворов бывалого попало в эту программу. Ну и надеюсь, вот жители уже сейчас ко мне подходили, говорили, как сохранить этот двор, чтобы тут мы уже поделились планами на будущее. Я думаю, здесь и ТОСу надо будет подключиться. Напомним, всего в этом году в Вологде запланирован ремонт 9 придомовых территорий. На эти цели с городского бюджета выделено около 30 миллионов рублей. Уже готовы 2 двора на улице Ярославской, 1 на улице Новгородской, а еще 1 на Мальцево. В ближайшее время дорожники появятся во дворах на Козленской, Хлюстовой и Чехово. Все работы должны быть завершены строго в соответствии со сроками до 15 сентября. Алена Закатаева, Михаил Прищев, Вологда, Портал.